Здравствуйте, по вашему обзору фонарик из Китая. Вот пришел в такой коробочке. Сам фонарик представляет из себя набор светодиодов покрытых, ну что-то типа силиконом или смолой прозрачной, чтобы разъем микро-USB резиновым, заглушкой закрыты, кнопка. И вот такой вот интересный механизм крепления. Вот это резиновый момент, он сползать не будет. А этот момент можно будет закрепить, неправильно собрал, на любой, с учетом того, что затягивается, на любой круглой поверхности. И, наверное, правильно собрал в тот раз. Ага. Вот она, папа, мама. Опс. Ладно. Горит красным. Горит довольно-таки ярко. Единственный момент, что вот этот алюминиевая само по себе плотно сидит и очень крепко. Но, зная любопытство людей, конечно же, может быть поломана. Относительно легкая, заряжается быстро, заряд держит. Спасибо за внимание.